Я бы сказал, что тревога сегодняшнего дня – это тревога новой ускоренной стадии антропогенеза. Напоминаю, что человек стал прямоходящим существом, то есть человеком, в результате очень неблагоприятных обстоятельств, сложившихся несколько миллионов лет назад. Вот сейчас пандемия и прочие страшные, угрожающие вещи, которые выгоняют нас из ареала, они превращают человека в новое существо. Можно сказать, уже не прямоходящее, а homo sedens, то есть сидящий.